Все ожидания теперь уже в прошлом. Игра началась. Будет ли подача? Не удержал мяч. Ну и здесь надо сказать, конечно, спасибо игроку обороны. Разрядил по полной программе. Хороший подкат, и главное чисто. Оценку свою вратарь за этот эпизод точно не повысит. Он сделал, что было должно. Жесткая борьба за мяч продолжается. Вот тут может получиться очень интересно. Это шанс. Чуть в сторону, чуть к центру попал бы в угол. Поля не хватило. Краткая пауза в атаке. Будет угловой удар. Потому что все вроде бы делал правильно. И я не понимаю, почему мяч полетел, так сказать, так слабо, да еще и не было. Ну как, тонкий момент. Защиты соперника под этот выстрел. Есть время, есть место. И это ударная позиция. И вот он, удар по воротам. Флажок лайнсмана показывает, будет угловой. Хорошая передача, и улучшается позиция. И не дают мячу долететь до линии ворот. Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. На хорошей скорости может прочь. С мячом почти как без него двигается. Возможно, удар поворотом. Думаю, надо бить и забивать. Великолепно играет защитник. В очень напряженной, в очень опасной ситуации выносит мяч за пределы поля. По праву сильного забрал мяч. Не надо смотреть. Не надо искать. Это вот пастор. Концентрация где-то пропадает в концовке тайма, поэтому он не успел как бы с того.
Подобный гол, мне кажется, в принципе, если от симпатий болельческих дистанций. Поехали! Начинаем вторую половину игры. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Этот мяч надо было постараться. Он же сам шел в руки. Не сумел уйти от поката форвард, и мяч у него отобрали. Вот момент. И довольно большим числом команда идет в атаку. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Быстрый переход в атаку. Ну давай. А вот удар. Не удержал мяч. А значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел. За пределы поля. Игроки мадридского Реала вводят мяч в игру. Навес на Джеймса Родригеса. Все это уже вратарская собственность. Совсем не один в этой атаке. Угловой. Оу, потащил один удар, но может быть и второй. Пепе. Вот такой пас на Руни. Если бы
не успел голкипер, то, наверное, получил по полной программе. Но это если бы. Риск оправдался. Отличная работа. Этот перехват — награда за его старания. Вот это мы и называем плотностью игры. Нужен. И игрок обороны выносит мяч за пределы. И свисток арбитра завершает этот поединок. Ну что ж, вот это двухраундовое противостояние первую серию уже выкатило нам. Вась, ну и пора итоги подводить, да? Да.